Так, добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 23 марта 2016 года, среда, время 14 часов. Начинается матч второго круга парного разряда турнира ТЕ второй категории в возрастной группе 14 лет и моложе. Выступает российско-белорусский дуэт Вика Конопатская в желтой футболке, а также Мария Тимофеева, две спортсменки. Мария Тимофеева, Россия, выступает против представителями России Ксения Алешина и Елизавета Дементьева. Ксения Алешина и Елизавета Дементьева. Девушки таких светло-зеленых и салатовых футболках. Хорошо, вы вместе, кстати. Счет 0-0, начало матча. Thank you.
Thank you.
подло в матче. Довольно легко девушка. Российский дуэт довольно легко берет свою подачу. Итак, файл заканчивается. С вами был Борис Сталиков.